Итак, сегодня я решил провести простую показательную сборку новой арены для моих муравьев. Заказал ее производство я в магазине 4 Ants, где всегда беру свои формикарии. Скажу, что арена это нетипичный продукт и создана по моим параметрам. Помните, как мне приходилось сажать богомолов в формикарий? Ну так вот, теперь для этих целей я не буду больше использовать арены формикариев. Надоело. Теперь для подобных задач и экспериментов я буду использовать отдельное устройство. А вот почему я решил выпустить этот ролик в формате Blitz? Ну а что такого сложного в сборке простой арены? Ничего особого. Все до банального просто. 4 стенки, дно, крышка и пара люков в придачу. Кстати, этот интернет-магазин может выполнить для вас любой формикарий по вашему заказу. Ссылки на магазин будут под роликом. Связывайтесь и договаривайтесь. И с недавнего времени магазин 4 Ants стал маркировать свои изделия логотипом, который, кстати, разработал ваш покорный слуга. Давно было пора начать это делать. Качественный товар всегда должен быть узнаваем. А по ходу сборки, все же она занимает какое-то время, я поделюсь с вами очень важной информацией. Так что если хотите узнать о планах моего канала, есть все же резон просмотреть ролик до конца. Если вы обратили внимание, у заказанной мной конструкции очень толстое акриловое стекло. Размерчики-то сами не маленькие, вот я и решил заказать стенки потолще. Итак, сборка, как вы видите, сама очень простая. Итак, пока сборка мучится, а время крутится, несколько новостей. Не далее, как вчера, я получил посылку из самой Австралии. А в ней матка вида муравьев, которых до недавнего времени достать было практически невозможно. Долгих 4 зимних месяца в нетерпении я ожидал, когда же наконец погода позволит мне получить свой заказ. И вот прошла зима, и наступил май, и долгожданная посылочка у меня. Я вчера радовался, как ребенок, которому подарили вожделенную игрушку. Распаковочку этой посылки вы увидите в следующие выходные. Не пропустите этот ролик. В нем я поделюсь с вами очень эксклюзивной информацией. Итак, моя коллекция экзотов пополняется. И вроде бы на горизонте замаячили вторые, так ожидаемые мной муравьи – американские жнецы. Я скрестил пальцы и жду. Итак, будущий сезон на канале «Муравьиные хитрости» обещает быть очень интересным. Ну а если так удачно начавшийся 2019 год подарит мне и муравьев вида Harpygnatus saltator, то это будет просто вообще офигенный год. Ну а тем временем сборочка арены подходит к завершению. Кстати, кто смотрел мой последний стрим на канале, видел уже ее в сборе, и там я озвучивал самые ближайшие планы на нее. Интересно знать? Поглядите стрим.
Вот какая замечательная конструкция получилась. Магазину 4Анс от меня респект и благодарность. На сегодня все. А в эти выходные вас ждет видеоролик о том, как и кто наконец поселился в моем гипсовом формикарии «Белый дом». До встречи на канале!